Всем привет. Вот, может, кто-то думает, что я, может, вру, что мы не заливаем манол. Вот, манол только сейчас пришло. Заказывали 2200 рублей канистра. Фильтр новый. Сейчас сливаю. Защиту снял. Здесь потому что никак по-другому защиту снять. Сейчас масло сливается. Фильтр откручу. Тряпочку подложу тоже, чтобы не пролилось там. Много не испачкать мотор. И заливаем новое. Вот такие пироги. Так что обслуживаем ТО небольшое. Так, всем привет. Очередное ТО. Газелька наша. Меняем спереди, подъела уже 36 тысяч километров пробега. Спереди подъела резину чутка. Сейчас пристайли запаски наперед и заднее одно наперед. А спереду назад поставили. Колеса и колодки задние уже. Главное, внутреннюю колодка целая, ну практически, а наружную сожрала. С одной стороны и с другой стороны все одинаково. Сейчас покажу. Уже поставили новый. Новые все на месте. Вот, смотрите. Осталось тут миллиметра, наверное, два, если есть. Это с наружной колодки. А внутренняя еще вон сколько. Еще почти целая. И с другой стороны точно так же. Внутренняя такая. А наружная тоже миллиметра два. Вот так вот. Чиним, делаем, ладно? Так, еще одна неисправность. Хомут оторвался на глушителе. Видно, нет? Блин, не знаю, видно. Не видно. О, видите? О. Такие дела, надо что-то делать. Продолжаем с нашей газелькой. Меняем хомуты на глушители. Хомуты сгнили. Все отвалилось. И глушитель скоро сгниет. Уже половина гнилой. Вот такие дела. Обслуживаем дальше автомобиль. По чуть. Обслуживаем дальше газельку фильтра. Сейчас фильтр воздушный меняем. Фильтр салона тоже новый нам дали. Сам удивлен. Сейчас фильтр салона заодно поменяем. Глушитель мы там все хомуты заменили. Поставили. Почему? Странно. Пробег-то еще 40 тысяч километров почти. А глушитель уже сгнил почти весь. Вот это нормальное качество. Хотя по виду вроде как похож. Передняя часть глушителя никак с нержавейки, сзади сгнила. Вот это нормальная тема. Ладно, делаем дальше. Так, меняем фильтр салона. Проблема возникла в другом. Сверху-то болтики открутили, они под шестигранник болтики. Сейчас покажу. Вот такие. Здесь получается вверху, здесь один, здесь нету. И в самом низу два штуки здесь. Их никак не открутить. Грани объелочились, а, короче, болтики никак. Ну, короче, отогнул я вот так. Фильтр открутил, на четырех болтах фильтр стоит. Вот это, блин, колесо какое. И был помазан герметиком, потому что все неплотно. Вот здесь надо вставить в паз такой, тогда прижимается плотно. Вот новый поставили. Сейчас ставлю назад. Вот старый был герметиком помазан с завода. Никто не снимал. Вот это качество. Вот так вот, чтобы прилегало плотно, взяли герметиком, намазали фильтр салона. Вот это, блин, нормально собрано. Делаем дальше. Так, фильтр салона установил я. Болтики все закрутил. Видите как? Никаким образом не это. Сейчас ставлю назад, собираю. Сейчас болтики закручиваю, все готово. Вот так вот. Новая машина. Говорю, а болтики уже не открутить. Ну как сделано? Ну сделали под ключ бы на 8. Почему внутренней-то резьбой? Тем более болты стоят шестерка, а шляпка маленькая. Не открутить. Там, наверное, вода все время попала туда. И все, болтики не открутить. Хотя в пластмассу вернуты с такими с глухарями, с железными. Вот так вот. Обслуживаем дальше. Кстати, да,
Кардан рулевой, что мы меняли уже, болтается в шлицах, уже стучит так же, как и новый. Он ничего не мажется там, разобрать его нельзя, чтобы помазать. Сколько мы отъездили на нем, и уже он стучит. Вот такие дела. Ладно. Заканчиваем. Всем спасибо, что смотрите. Пишите комментарии. Вот наша тачка, ездим. Все нормально. Защита, все. Сейчас тихо стало, нормально. Защита не бьется о камни. Пока ездит. Колодки все там заменили сзади. Колеса вот переставили, видите, грязные. Сзаду наперед, запаску поставили. Подъело чуть перед. Главное, с краев подъело, а середина цела. Вот такие дела. Да, ладно, заканчиваем. Все, всем удачи, всем пока. Нифига себе, работаю в Нелидове, остановился. Смотрю, какой-то глюк. Спидометр на 60. Завис. Включаю зажигание. Все равно 60 и все. Ничего не сбрасывается, странно. А, попробовать надо это, нажать диагностику приборов. Попробуем сейчас. Еду со смены с Нелидова назад к себе. И такая, я же раньше чуть снимал, что спидометр заклинил. Вот примерно еду по трассе, примерно скорость моя где-то 80-85 километров. Смотрю по оборотам двигателя на пятой передаче. А спидометр, смотрите, 140 показывает. Вот это чудеса. И главное, глушишь машину, меньше 60, стрелка не падает вообще на спидометре. Как будто стрелка провернулась или что-то, не знаю. Сейчас приеду к себе домой, ну, на базу туда. Попробую клемму снять, может быть, что-то поможет. Вот такие дела. Так, газельку вылечилась. Вылечился спидометр путем снятия клеммы с аккумулятора. Клемму снял, подождал там минутку. Назад одел и упал, короче, спидометр. Вот такие глюки бывают. Вот так вот машина. Неизвестно, что еще может вылезти. Так что всем спасибо за внимание. Буду работать. Всем удачи. Всем пока.